Завтрак кофе 300 миллилитров. Обед кофе и 2 банана. Ну вот и вечер заканчивается такой вот картошечкой, рыбой, кежуч поджаренный. Рыба у нас стейк 170 грамм, картошки 120 грамм. Ну вот, очередной день подошел к концу. Займемся подсчетами, но хотелось бы еще вспомнить о том, что есть одно приложение. Ну, вернее, я сегодня перебрал очень много разных приложений. И только одно приложение, которое более-менее меня устроило. Оно само, если его правильно настроить, само подтягивает данные из Mi Fit приложения и из Google Fit приложения. То есть, сколько я прошел. Вот, хотя другие этим не блистали. Называется счетчик калорий. Ссылка будет в описании, если кому-то интересно. Вот, в принципе, день прошел активно, хорошо. Сейчас у нас минус 10 на улице. 9 часов вечера. И у нас 21891 шаг сделан. Вот, активность. Все ссылки будут в описании.